Дни языка на филологическом факультете КГУ празднуют ежегодно. Студенты ставят спектакли, делают презентации, проводят тестирование на знание языка и культуры изучаемой страны. Тема Международного дня английского в этом году – США 21 века. По словам декана филологического факультета Натальи Бочаговой, в последнее время количество студентов, поступающих на иностранные языки, снижается. Скорее всего, говорит Наталья Николаевна, это связано с демографическим кризисом, но есть и другие причины. Дети стали более прагматичными. Многие считают, что нужно непременно выбрать профессию экономиста или юриста, чтобы обеспечить себе успешное будущее. Между тем, в планах филологического факультета открывать новые специальности – дипломатия и переводоведение. Студенты КГУ и сейчас активно сотрудничают с консулами США в России. На днях вернулись с празднования Дня юного дипломата в Екатеринбурге. Были представители из трех городов – Каменск-Уральский, Курган и Нижний Тагил. Мероприятие проходило в течение одного дня. Нам показали, как изготавливаются визы в Америку, как проходит визовое интервью. Много лет подряд КГУ сотрудничает с Американским университетом имени Лоренса в Эпплтоне. Брэд Шилки, президент программы обмена студентами, в седьмой раз приезжает в Зауралье. Сначала по программе обмена студентами. Сейчас сам ведет преподавательскую деятельность в академиях и вузах города. По словам молодого человека, уровень знания языка русских студентов из года в год улучшается. Во многом за счет плотного сотрудничества курганских образовательных учреждений с представителями англоговорящих стран. Еще у нас есть обмен в 47-й, 27-й и 12-й гимназии. У нас несколько проектов еще связано с университетом и с АТИСО. По регии делегации из Америки джазовые музыканты приедут в мае. В четверг в Курганском госуниверситете пройдет спектакль, посвященный Международному дню английского языка и встреча с Брэдом Шилки. Деканат филфака приглашает всех желающих пообщаться с американским преподавателем. Юлия Васильева, Сергей Балмасов, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион 45».